другим темам. Антибуллинговая программа, предназначенная для казахстанских школ, проходит стадию адаптации. Отечественные специалисты сейчас в тесном сотрудничестве отрабатывают отдельные пункты с коллегами из Финляндии. Об этом сообщил вице-министр просвещения. В образовательных учреждениях программу запустят в начале нового учебного года. Пока только в пилотном режиме. Предварительно в 106 школах. Добавлю, финскую методику используют больше, чем в 20 странах мира. В самой Финляндии по ней работают в половине школ страны. И взяли самую лучшую практику в мире. Финская программа Кива сейчас совместно институтом, университетом Турку в Финляндии мы проводим работу. Уже программа уже проходит адаптацию для наших школ. Кроме этого, у нас при министерстве есть подведомственная организация УРКИН, которая тоже озадачена этими вопросами. Они также разрабатывают хорошую программу антибуллинговую. Мы эту программу тоже будем пилотировать в наших школах. По результатам эти программы будут масштабированы на все школы.